Эгегей, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Ну что, хотите больше Shadow Fight 2, да? Я так понимаю, что вас только Shadow Fight интересует, и больше кроме Shadow Fight вам ничего не нужно? Хорошо, я дам вам Shadow Fight столько, вы будете меня сами умолять, чтобы я перестал его снимать. Ну а сейчас я вам предлагаю следующее прохождение Shadow Fight. Я проходил Shadow Fight уже с донатом, я проходил Shadow Fight без доната. И я никогда не проходил Shadow Fight взломанный, ребят. Взломанный Shadow Fight, и это будет не просто обычный Shadow Fight, это будет Shadow Fight, который будет называться Путь Мэй. Да, мы будем именно что играть здесь за Мэй. Так, давайте выполним уже все эти... Кого? Что такое? Рысь, кто ты такой? Кто ты такая, надо говорить, так будет правильно. Я не собираюсь тратить свое время на какое-то жалкого червя. Это Шин, слабейший ученик в моем ордене. Победи его, если сможешь, тогда, возможно, ты заслужишь право сразиться со мной. Окей. Короче, ребятки, давайте представим, что у Мэй произошло что-то вообще неприятное. Украл кто-то ее... Ее лак для ногтей, возможно, это был какой-нибудь, я не знаю, там, Титан Моргенштерн? Титан Моргенштерн, который красит свои ногти синим лаком, вот. Короче, я установил аватар Мэй, но не смог, к сожалению, поменять имени. Я не знаю почему, то ли разработчики это пофиксили, невозможно сейчас изменить имя. Какие-то имена меняются, какие-то не меняются. Того же Сенсея, допустим, я на изи менял, а сейчас я это сделать совершенно не могу, вот. Ну то есть это у меня не какой-то мод, это у меня обычный, просто самый что ни на есть взлом. Вот, с модами, конечно, там все это можно сделать, вот, но это надо старую версию игры, а у меня актуальная версия, то есть последняя самая. Мы даже сможем с вами в рейды на этом аккаунте участвовать без проблем, вот. Но с модами что-то мне не особо-то хочется играть. Вот такие вот дела, поэтому, если кто-то знает, как изменить в актуальной версии имя персонажа, то можете писать, ребят. Но рысь нам говорит, я глава Ордена Ассасинов, ты слишком уничтожен, чтобы сражаться со мной, но твоя драка с Шином меня немного развлекла. До встречи. Короче, у нас акт первый, начинается наше с вами перерождение. Вот, и вот она сама Мэй. Привет, меня зовут Мэй, и меня Мэй тоже. Я спец по доспехам, лучше в этих краях могу поработать на тебя. Конечно же нет. Отстань, ну пожалуйста, пожалуйста, да блин, ты запарила, ну нет, не хочу, чтобы ты на меня работала. Две Мэй в команде, это что-то слишком. Так, что у нас есть с вами с оружием? Ну ничего, абсолютно. В общем, будем все скупать, у меня бесконечная энергия, у меня бесконечные гемы. И все, я думаю, что будет бесконечно, на изи будем прокачиваться, поэтому для нас это вообще... Для нас это несерьезно, и Мэй такая с голову взялась, типа, че, обезьяна? Кого? Кто? Зачем? Почему? Вот. Короче, это, скажем так, просто взломанная версия. Вот. На взломке я никогда не играл, поэтому будем играть на взломке. Попробуем, посмотрим, что из этого получится. Буду играть, короче, Shadow Fight до тех пор, пока вы мне сами не скажете, что перестань снимать этот Shadow Fight. Не хотим. Короче, пока под видео больше дизлайков, чем лайков не найдет, поэтому, если кто не хочет Shadow Fight, ставьте дизлайк, прям быстрей. Посмотрим, сколько будет лайков и сколько будет дизлайков. Если больше будет дизлайков, то, естественно, я перестану его снимать. А если будет лайки, значит, я буду снимать. Поэтому, в общем, вот у вас есть, скажем, такой протест, такая голосовалка в виде лайка и дизлайка. Вы можете проявить свою активность, гражданскую позицию свою. Вау, у меня новый уровень, отлично. Вот, и можете, собственно, проголосовать за тот контент, который вам нравится. Пошли. Да блин, а запарил, хватит меня, что тут? А, обучать меня будет, да я уже профессионал, блин. Я уже профессионал, хватит меня обучать. Свои удары ты можешь что-то там в профиле. Не надо, отстань от меня, сенсейчик. Что тут еще? А теперь вернись на карту, окей. Можно я просто уже сражусь с рысью и все, мне больше ничего не надо.
Не, ну вот эта аватарка Мэй вообще классная. Типа она такая за голову берется. Что, жало? Что, кто? Да, чего? Ты вообще фонарила, что ли? Алло, гараж, перестань. Перестань, жало. Блин, вот же она бесит, а? Вот же она бесит, реально. Давай, иди сюда. Куда ты там поскакала, а? Куда? На, держи. И все, ох, нифига нога, у меня такое ощущение, что она сейчас вообще такая вытянулась. Это резиновая стала. Ладно, поехали. Да блин, мне надо добраться быстрее уже до твоего вот этого начальника, хозяина твоего, или кто он там тебе, босс твой. Ты вообще мне неинтересно, вот, запарила. Посмотри, а, надо быстрее уже оружие какое-нибудь за гемы взять быстро. И валить их всех направо и налево. Так, ну что у нас? У нас с вами пока ничего, да? Второй левел по-прежнему. Тебе нравится? Нет, вообще, вообще не нравится. Терпеть его не могу. Пошли, давай посмотрим, что у нас там с оружием. Оружие у нас, кстати, мы можем... А, даже... Ты посмотри, ножи не прокачиваются, оказывается, да? Так, ну ладно, за 200 мы можем купить какую-то новую... Да вообще, давай за гемы покупать. Да, можем шлем купить, можем робу взять. И все, больше ничего, собственно, мы взять не можем. Ладно, окей, пошли испытывать тогда следующее оружие. Это какие-то, я не знаю, кастеты, что ли? Видимо, кастеты, да. Короче, вот такая вот фигня. Мне уже не терпится быстрее сразиться с рысёнышью и идти уже валить этого вашего... Тайтана этого, Тайтан Моргенштерн. Не, надо ударение, короче, в другое место ставить. Так, Титан, во, Титан Моргенштерн пусть будет, Титан Моргенштерн, который украл мою эту, блин, лак этот для ногтей синий. Титан Моргенштерн, давай, все, так, Титан. Завалили, да, можем сразу следующий, короче, бой идти. Кстати, я, наверное, уже могу с телохранителем сразиться, рысёныша. Надо попробовать, надо посмотреть. Но можно, конечно, на следующий левел перейти. Но это надо, сколько мне надо победить этих приспешников, непонятно. Да ё-моё, хватит, это тоже с голыми кулаками. И смотри, он прям тень, один в один, да? Один в один тень. Реально? Так, а ну-ка умирай. Умирай, железный, блин, достал уже с железякой этот. Ходишь, стучишь. Так, а он второй. Еще, кстати, по сетам я также видео эти, надеюсь, буду тоже продолжать делать, выкладывать их. Сеты мы будем с вами всякие мутить. Это у меня, я для этого прохождения создал совершенно другой новый аккаунт. Вот, а по сетам будет на другом аккаунте, на том бомжатском, поэтому те, кто ждет сеты, не переживайте, ребят, сеты будут. Так, что у меня? Ну, у меня, в принципе, сейчас будет третий левел, и безумно, можно, конечно, но что-то мне не хочется, потому что если я сейчас на безумно пойду сражаться с этим оружием, это будет не очень. Это будет ГГ, скорее всего, мне будет ГГ. Так, давай, блин, опять же, уже по кругу пошло. Опять вы по кругу ходите, вы запарились своими этими кругами. Так, ладно. Да что ты, ты посмотри, ни одного удара нанести не могу. Умирай, блин. Ой. Так, ладно, время подключать Адидасы. Да, тут мы уже богачи. Поэтому мы уже не в китайских каких-то бибасах, мы уже в нормальных Адидасах с вами. Же можем себе позволить купить хорошие Адидасы в спортивном магазине. Так, и да, у меня подсечка уже есть, мне же сенсей научил, кстати, а я ей что-то даже не пользуюсь. Да ты запарила меня. Такие свои апперкот. Так, ладно. Давай, да почему апперкот-то не делается? Вот же жесть, а. Эй, жалко. Да, жалко, мне тебя вообще не жалко. Давай, умри, отлично, все, комбо зашло, хорошо, вообще красиво, эффектно, классно, красиво, beautiful, классно, так, давай, да, профиль мы свой изучим,
Так, по какой мне линии тяко, бро, шанс, что первый удар был нанесен в течение 3 секунд, плюс 15 к урону, если меньше 20 здоровья. Блин, ну это такое, вот это лучше, наверное. Так, тут у меня уже наградки пошли. Отлично, пошли смотреть. Так, она говорит, теперь, говорит, ты можешь купить крутые всякие вещи. Конечно же, я могу, и я куплю их. Почему бы и нет? Так, старая кожаная куртка. Тоже за гемочки, все мы это забираем. А оружие? Да, саи мне дают уже. Отлично, саи. Так, ну, прокачивать еще пока я не могу. Так, стартовый набор. Что? А, отключение рекламы, сюрприз. 34 рубля всего, 30 гемов. Комфу бешенства. Вау, за деньги даже, прикинь. Окей, 59 минут, говорит, осталось. Но я подумаю, бро, я подумаю. Кирпич, ничтожество. Неужто ты решил потягаться со мной? Я раздавлю тебя. Как ты будешь бить девушку? Ты серьезно? Ты посмотри, какой ты бугай, ты буйвол просто. Как ты можешь нападать на девушку? Девушку-тень. Девушка-тень. Так, ну ладно. У нашей девушки-тени вполне такой вид... Какой-то мужланский. На мужлана похоже. Ну, это вот, скажем так. Блин, да ты посмотри, просто забил бедную девчулю. Ты офигел, я всего лишь хотела к своей подруге сходить на денюху. И кто-то просто стырил с моей косметички этот лак. И ты теперь из-за этого меня хочешь убить? Бессовестный просто, совести, стыда в тебе нет вообще никакого. Ты умри теперь вот так, ты голыми руками я тебя одолею. Вот так, шокирующий исход. Прикольно. Так, ладно, теперь надо его саями этими, саями, со саями зафигарить. Давай, сосай! Ну, затыкаю тебя до смерти. Давай, 4 дырки надо в нем сделать, кирпичамба! Ушел! Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри, вообще ничего сделать не могу. Пипец, просто мутузит меня, мутузит, а? Заплачу, блин. Ты офигел, что ли? Беззащитную девушку бить! Крат ударов! Ух, жесть! А может в конце тебе вертуханчиком, а? А, кирпичок? Может вертуханкой, а? Давай, пожалуйста, или ногой хотя бы вот так вот, да. Красиво. Все, до свидания. Кирпич, спать. Я не понимаю, как такая букашка смогла победить меня. Потому что я Мэй, говорит, видишь, я в дуэлях там 4 часа подряд могу без остановки вообще участвовать. Вот, все, короче, до свидос. Так, случайные дуэли уже там доступны. Да, надо будет рекламу не забывать отключать, ой, вернее, Wi-Fi, интернет. Вот, ну а с вами был Funny Games TV. Всем удачи, всем пока. И жду от тех, кто не хочет Shadow Fight, дизлайки, ребят. Завезите дизлайки.